Здравствуйте, зрители моего канала, с вами Надежда, и это интернет-проект Фаберлик Онлайн. Получила я свой второй заказ по акции «Твой бонус» по карточкам, которые мы делали в прошлом каталоге. Заказ был очень выгодный, не все карточки я использовала. И вот что я приобрела, сейчас вам покажу. Кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. Начну я с сыворотки уплотнителя для волос. Вот такая вот сыворотка. Для лишенных густоты и истонченных волос. Такая вот сыворотка. Артикул у нее 81,67. Здесь 30 мл. Обошлась она мне минус 55% по купончику и минус моих 26. Всего-навсего за 133 рубля. Она на основе гиалуроновой кислоты, которая делает волосы более плотными, гладкими. Можно ее наносить и на влажные волосы, и на сухие волосы. Можно 2-3 капли добавлять в шампунь, в бальзам. Очень мне эта сыворотка нравится. Я ее уже беру не первый раз, вот моя подходит к концу, и воспользуюсь этой акцией, я прям довольна, что ее приобрела, потому что мне она, как я уже сказала, прям очень и очень нравится. Вижу от нее эффект хороший, замечательная серия вообще, всем советую к ней присмотреться, кто еще не пробовал такую сыворотку, просто класс. Следующее, что я вам хочу показать, тоже это был для волос лак. Из серии «Эксперт» артикул 89,73, он мне обошелся 45% и минус мои 26 за 102 рубля. Сильная фиксация, при любой погоде держит очень хорошо волосы, объем у корней держит долго, нет ощущения липкости, содержит депантенол, который защищает ваши волосы от сухости, от солнца. И волосы не жирнит, самое главное, хорошо фиксирует, как я уже сказала, мне нравится. И я уже, вот как стала пользоваться этим лаком, никакой другой даже и не хочу пробовать, настолько он мне нравится. Очень классный. Следующее, что я вам хочу показать, это будет вот такая пудра «Звездный выход». Вот такая вот. Взяла не для себя, у меня... Родственница очень любит эту пудру. А, тон здесь, естественно, бежевый. Артикул 63,16. Обошлась она мне 55% по купончику за 333 рубля. Здесь 11 грамм. Она хорошо увлажняет кожу, оказывает антивозрастной эффект. И благодаря входящей в состав гиалуроновой кислоты, которая в нее входит, она увлажняет вашу кожу. А, содержит витамин Е и подходит для любой кожи. Вот такая классная пудра. Очень хорошая. Упаковочка классная у нее. Мне прям нравится. Такая красивенькая. По такому купончику просто грех было не взять, как говорится. Я думаю, что моя родственница будет довольна этой пудрой. Тем более, что она ее очень любит. Ну и следующая очищающая пенка мусс, кислородное дыхание. Очень люблю эту пенку. Вообще люблю всю эту серию по уходу за лицом, кислородное дыхание. Она, артикул у нее 0,255. Здесь 175 мл, пенка у нее плотная, пенка хорошая, хорошо очищает, увлажняет, снимает макияж. Но вот под глазами с моим стойким карандашом она не очень справляется, надо несколько раз нанести ее. Хватает ее очень надолго, экономичная, имеет приятный аромат, очень-очень нежная текстура. Нравится мне эта пеночка, вообще, как я уже сказала, я эту серию очень люблю. И из этой же серии вот такой тоник. Нежный тоник, кислородное дыхание. По купончику взяла 50%. Артикул 0,259. Здесь 100 мл. Использую его утром и вечером после умывания пенкой. Каждый кожа с ним дышит очень хорошо. Ощущение свежести, комфорта. Нравится мне. Нравится одним словом. Люблю, как я уже сказала. И советую присмотреться к нему. Очень классный и нежный. Совершенно не стягивает, не сушит кожу, только один комфорт с ней. Следующее, что я вам хочу показать, это крем для век Лифтинг 3 из серии «Эксперт».
Я не знаю, почему я взяла сразу третья ступень. И эта серия идет у нас и состоит из трех ступеней. Первое – это у нас восстановление, второе – эластичность и третье – лифтинг. Почему я взяла сразу третью, ну, не знаю. Наверное, я, скорее всего, эту серию оставлю. Еще у меня, вот я взяла по купончику, омолаживающий крем для век и омолаживающий крем для лица. Это все третья ступень, как я уже сказала. Наверное, я это все оставлю, пока все-таки я не буду этим пользоваться. А сначала я еще закажу себе первую и вторую ступень, чтобы все, ну, попробовать на себе действие всех трех ступеней поэтапно. И уже, чтобы у меня сложилось об этом свое мнение. А пока вот взяла, ну, оставлю до следующих времен, до будущих времен, как говорится. Посмотрим, не буду пока пробовать. И следующее, что я вам хочу показать, это мой любимый корректор для кожи вокруг глаз из серии Beauty Lab. Артикул у него 0219. Взяла я его по купончику 50% за 148 рублей. Здесь 5 мл. Очень шелковистая текстура, хорошо маскирует темные круги под глазами. Я сначала наношу наш корректор от темных кругов, а потом уже вбиваю пальчиками, а потом уже наношу вот этот. Очень мне нравится, скрывает мелкие морщинки, не забивается в складочки, не скатывается, не сушит кожу. Текстура очень легкая. Почитала отзывы на сайте, что можно его наносить как базу под макияж, под тени. И вот решила попробовать. И знаете, мне эффект понравился. Очень классный корректор. Всем советую к нему присмотреться, настолько он хороший. Но почему-то его очень часто не бывает в продаже. Прям поймать его — это целая сложность. А так прям одно удовольствие им пользоваться. Очень хороший. Следующее, что я хочу показать, это тоже моя любимая. Любимая сыворотка для роста бровей. Артикул у нее 1033. Тоже взяла по купончику 50%. Обошлась она мне за 148 рублей. Здесь 8 мл. В составе молекулы зародышей пшеницы входит. Я, как уже говорила, не первый раз волосы свои, волоски свои на бровях я давно перещипала. Но вот то, что осталось. Где-то они все-таки выросли, а где, как говорится, то, что у меня осталось, они стали намного-намного гуще, плотнее. Эффект мне этот нравится, поэтому постоянно покупаю сыворотку. Это так, как вижу от нее результат. Настолько она классная. Покупаю постоянно, и это, как говорится, мой незаменимый уход для роста бровей. Вот, всегда им пользуюсь. Должна быть у меня обязательно в наличии. Следующее, это я взяла первый раз, расслабляющий аромабальзам, альпийская формула Эксперт Фарма. Серия «Домашняя аптечка». Артикул у нее 16-23, тоже 50% она мне обошлась, и мои 26, всего-навсего за 93 рубля. В ее состав входит 7 трав. Вернее, 7 эфирных масел, которые обеспечивают комплексное расслабляющее и смягчающее действие на кожу. Здесь входит и лаванда, и мята перечная, розмарин, анис, голубая египетская ромашка, потом майран, лимон и кислородный комплекс Новафтем. Наносить ее надо на вот этот крем надо на виски и на затылок, ну, облегчает головную боль, и, вы знаете, с ней очень хорошо засыпать. После трудового дня, когда вы устали, когда вам хочется расслабиться и быстро уснуть, и вас мучается бессонница, попробуйте вот нанести на виски и помассировать. Очень классное средство, мне понравилось, замечательное. Действительно, расслабляет хорошо, и очень хорошо с ним засыпаешь. Вот такой вот бальзамчик. До этого никогда не брала, и вот несколько дней я его потестировала, мне понравилось, прям просто класс, всем советую. Ну и следующее, это будут у меня вот такие колготочки, по очень выгодной цене я их тоже взяла. Вот такие колготки, значит, первое это колготки 200 ден цвет черный.
Обошлись они мне 45% минус мои 26 за 320 рублей. Это М-ка артикул 80-793. Классные колготки, мне нравятся. Я постоянно беру колготки от Faberlic. Очень нравится мне их качество. Они не сползают, они хорошо держатся на ноге. Они долго носятся. Это действительно так. И вот я в последнее время покупаю только колготки Faberlic, и к другим я даже не подхожу, потому что настолько меня устраивает их качество. Не буду я их открывать. И следующие колготки. 40 ден, цвет черный, артикул 820093, тоже 45% они мне обошлись, вот такие колготочки за 132 рубля. Вот такие вот, всегда беру наши колготки, и полностью их качеством я уже, как сказала, довольна. Ну и по распродаже со сроком подходящим, со сроком годности, взяла вот такой гель для душа и серия оранжерей, ирис и папоротник. Я хочу сказать, что никогда я этот аромат, с этим ароматом гель для душа не брала. И вы знаете, он мне очень понравился. Настолько он классный, что я присмотрюсь к этой серии и обязательно себе куплю еще и, наверное, жидкое мыло. И еще что-нибудь, потому что настолько мне понравился этот аромат. Просто шикарно. До этого я все время брала розовый сандал. Но вот этот аромат прям превзошел все мои ожидания. Он очень классный. И обошелся мне, представляете, всего-навсего за 26 рублей. Это гель для душа. Ну все, дорогие зрители, спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кто хочет стать дисконтным покупателем и покупать себе продукцию со скидочкой 26%, ссылочка под видео. Проходите по ссылке, регистрируйтесь. Регистрация бесплатна, паспортные данные не нужны. С вами была Надежда. Всего вам доброго!